Сегодня приготовим вкуснейшие слоеные булочки с сыром. Сохраняйте рецепт. Приготовление очень простое. Вливаем теплое молоко 250 мл. Туда прессованные дрожжи 16 грамм. Перемешиваем и оставляем на 10 минут. Дальше кладем сахар 1 столовую ложку и половину чайной ложки соли. Вливаем растопленное сливочное масло 25 грамм. Дальше вводим муку 400 грамм и замешиваем мягкое тесто. Ставим в теплое место на 40 минут. Спустя время вымешиваем тесто и делим на 3 равные части, формируя шарики. Каждый шарик раскатываем в тонкий пласт. Смазываем растопленным сливочным маслом и накладываем друг на друга, как показано на видео. Дальше скручиваем в рулет, а затем в рульку и убираем в холодильник на 30 минут. Спустя время раскатываем рульку в прямоугольник, примерно 0,5 сантиметра. В середину кладем сыр и накрываем тестом, как показано на видео. Немного можно присыпать мукой и чутка раскатываем. Делим на равные части. В середине каждого кусочка делаем надрез и скручиваем, как на видео. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и ставим в духовку с температурой 180 градусов примерно на 20-30 минут.